Доброго времени суток, дорогие зрители, зрительницы и их родители. С вами снова Fallout Mods, и сегодня мы попробуем приоткрыть темный барьер лора мира игры Cyberpunk 2077. Сразу скажу, игру я на самом деле не ждал, и на многое, в общем-то, не надеялся. И в итоге игре вышло меня удивить, очень даже приятно. Настолько приятно, что уже вышло под 70 с плюсом часов геймплея. Если у вас нормальный ПК с быстрым SSD, обязательно поиграйте. Фанатам тематики зайдет абсолютно точно. Но я отвлекся. Рубите себе бутерброды, заваривайте чаек и давайте приступим. Ну и поскольку мы рассказываем вам про лор внутриигровой, а не тот, что используется в настолке, то и начнем мы, пожалуй, с основного описания мегакорпораций, которые рулят Найт-Сити и еще доброй половиной мира. Ну и, конечно же, основной корпорацией будет Арасака. Тебе слово, Ник.